У нас опять сборы, опять у нас, ну, не сказать бы, что приятные, скорее неприятные хлопоты, потому что когда летишь в Турцию, тогда хлопоты... Когда радуешься, когда прилетаешь, радуешься, да, а когда улетаешь, когда улетаешь, как-то грустновато, да. Сейчас мы пойдем на пляж, кинем монетки по нашей традиции. Попрощаемся с морюшком, накупаемся. И будем уже собираться, да. И все, сегодня вылетаем. Ну, опять. Я надеюсь, что мы сегодня еще вечерком в бассейн окунемся, потому что у нас к 6 где-то за нами приедут, а до 6 можно будет хотя бы еще в бассейне скупнуться перед выездом. В общем, такой день у нас сегодня, день сборов и перелет. Перед отъездом нужно зайти в магазин, купить юбку. Кстати, мы сейчас были на пляже и разговорились, что некоторые люди, которые здесь живут уже давно, они не знают, что такое юбка. Вы знаете, что такое юбка? Сейчас мы купим, покажем, потому что мы сейчас будем готовить. Мы решили хлеб не покупать, не делать бутерброды, а сделаем такие с юбки, пожарим. Колбаской будет вкусно. Нашла? Ну, я взяла вот такой сыр. Я его порежу с колбаской, заверну в юбку. Покажи, где юбка и какая она есть. Здесь много, я беру вот такую, потому что ее не надо резать. Быстро можно завернуть. Вот. Да, есть, смотрите. Вот есть вот такая вот листовая, вот такие вот. Какой только нету, разная есть. И вот это тоже все, это все юбка. Это стоит 28,50. И находится, обязательно в холодильнике ищите ее, вот где все сыры. И здесь она и лежит. Еще я хочу взять молоко долгого хранения, потому что мы приезжаем обычно ночью, прилетаем, и хочется выпить кофейку, и не надо бежать в магазин, чтобы оно было. Просто приехал, молочко есть, гречневая кашка есть. Быстренько сварил с молочком, все супер. Там все получилось? Да, все получилось. Слушай, все, чекин сделал, у нас опять 9А-9Б билеты, точно так же, как в прошлый раз мы летели на этом же самолете, наверняка и на этих же самых местах. Вот, и у нас, кстати, не пришли билеты. Я что-то начал волноваться, но зашел на онлайн чекин на Санэкспресс и завел номер регистрации. Номер бронирования. Номер бронирования, да, туда завел. И, в общем, это самое, все получилось, все классно. Все зарегистрировались и зачекинились. Мастер по сбору, по запихиванию в чемоданы всякой всячины. Мастер, да, будешь тут мастером. Вот, смотрите, что она сделала, напекла пирожков. Это юбка, которую мы вам показали, с начинкой из колбаски и сыра. Кстати, очень вкусно. Рекомендую. Делается очень просто. Заматывается конвертиком и обжаривается на маслице. И все. Ну, покажи, чего ты набрала здесь. Я понабрала много чего. Очень много сладостей мы набрали. Посмотрите. Разных-разных тут много. Сладости у нас для племяшек. Ой, даже не для племяшек, для Олега. У племяшек дети. Я не знаю, как это. Кто я ты так им? Вот напишите в комментариях, но я думаю, что это двоюродные внучки. Дети моих племянниц. Пишите обязательно. Ой, мы сегодня уезжаем, такая жара невозможная стоит. Мы уже вот так я все собираю, быстро скидываю в чемоданы. Взяли, знаете, немного взяли всего. Но все такое вот. Перчики разные взяли попробовать, огурчики, много зелени, вот сыр вот всего. Мягкий такой, сейчас покажу, у меня все упаковано в несколько пакетиков, чтобы, не дай бог, если его там, ну как бы ударится, чтобы он хотя бы не потек. Вот такие вот всякие сыры, сюзьме пенир, вот мягенький сыр, мне очень нравится, это можно привезти, но нужно очень осторожно, хорошо упаковывать, если в чемоданы. Еще много всяких разных оливок. Вот в таких баночках, вот в таких баночках. Ну, оливки у нас вообще все очень любят. Мы очень любим и всегда их берем много. Халву, опять же, да, вот разная. Вот, например, халва с грецким орехом. Халва с фисташками, вот такую вот.
Ну, всякие орешки, сухофрукты. Знаете, что я еще взяла? Сейчас я покажу. Я даже не знаю. Я все-таки покажу это. Стоит Олег, ли? Олег с меня смеется. Говорит, что ты совсем с ума сошла. Но я честно скажу, мне так что-то захотелось, я не знаю почему. Сейчас покажу, что я взяла. Смотрите. У меня здесь... Крапивы, короче, набрала. Это, кстати, из Кемера. Вот. И уже корешки дала. Вот это вот. Я не знаю, что это за растение, но мне оно так понравилось. У него такие яркие листочки, что как цветы, прям ярко-розовые, да? И еще вот здесь вот то же самое у меня в таком вот контейнере. Немножко другие они, по-моему. Немножко другие, да. Я покажу дома, когда буду сажать, я покажу, какие я привезла из Турции растения. Если они, конечно, доедут. Но я их там в мокрую тряпку завернула, чуть-чуть водички налила, плотно все это закрываю, еще и в пакетик. Ну, в общем, вещей вон у Олега. Это все в основном вот всякая вот такая всячина, которая... Мои вещи только вот. Вот это Олега вещи. А это мои вещи. А остальное все вот всякая вот всячина сладости, да, орешки, да, оливки. Вот шоколада, кстати, много очень. Нам привезли из Казахстана наши подписчики. Очень много вкусняшек, таких вкусных шоколадок. И мы их с собой забираем. Будем в Таллине вспоминать, угощаться и вспоминать. А еще я хочу показать. У меня подружка мне тут позвонила и говорит, возьми мне таблетки. Я говорю, что за таблетки? Она говорит, вот такие вот. Это для женщин таблетки 50+. Вот, говорит, что очень-очень хорошие. Покажи. Вот такие вот. Здесь 60 таблеток. И это хватает, наверное, на 2 месяца. Я вот еще не смотрела, сколько здесь, поскольку по 2 вообще таблетки на месяц. В принципе, это на месяц хватает. Вот. Говорят, что это очень хорошее. Стоит 420 лир. Ну, вот такие вот. Попросила привезти. Ну, в общем-то и все. Ничего больше. Вот куртку свою теплую забираю, потому что в сентябре поедем обратно. В сентябре в Таллине уже прохладно, уже в куртке. Поэтому лето в Таллине тоже неизвестно какое. Куртку свою забираю. Вот. Забираю тут какие-то вот лекарства у меня. Вот, крем тут. Ну, в общем, вот все, собственно. Сейчас надо все это впихнуть, невпихуемое. И все. И я еще хочу, Олегу говорю, вот у нас есть еще чуть-чуть времени, я очень хочу искупаться в нашем бассейне. Просто освежиться, потому что очень жарко, и хочется, знаете, вот просто занырнуть в него, сделать так пшшшшш. Хочется посмотреть на себя. И ну вот просто охладиться, чтобы уже ехать с новыми силами, бодренькими, свеженькими. Ну, на какое-то время этой свежести у нас хватит. Вот. Ну вот, собственно, запихивай и пойдем. Да. И взвесить надо еще чемоданы. Еще надо взвесить чемоданы. Так что я сейчас все складываю, взвешиваем и быстро-быстро в бассейн. Вот. И поедем, полетим. Поедем, полетим. Ни хрена, блядь, корабль. 85,5 килограмм. Ты, по-моему, сколько не весил. Никогда. 80 был мой рекорд. Всегда бывает первый раз. Значит, у тебя уже другой рекорд. Тоже 103 с копейками. То же самое. Тоже можно пару килограмм в один, пару килограмм в другой. Все нормально, мы уложились. Молодец. Что-нибудь я еще найду. Положу. Такая. А теперь погнали в бас. Давай. Потом доложишь что-нибудь. Да, да. У тебя там есть, я вижу, какие-то орешки. А ты орешки с собой, я да? Я в дорогу. Хочу. У нас яиц оказалось много. Я не знаю, что с этими яйцами делать. Сыр, кстати, вот здесь. Вот я свободного выгула зато. Свободного, да, выгула. Свободного полета теперь будут. Да, я даже не знаю, может быть... Яйца свободного полета. Вот так вот их все да, сюда. Да, оставь. Свободного полета. Пошли, Басик. Как у тебя получилось? Что у меня получилось? Нет. И у меня нет. Слишком теплая вода. Вода наверное. Такая теплющая, наверное, градусов, ну я не знаю. Ну, 26-27, наверное. Наверное, не знаю, так. Очень теплая, вообще. Да. Можно хоть целый день, наверное, проплавать здесь, но нету этого целого дня, чтобы здесь проплавать. Да. Так что мы сейчас заканчиваем и пойдем. Через полчаса нам надо уже выйти. А еще надо перекусить что-нибудь.
перекусить. Если пополам. Получится. Что-нибудь перекусим. Поплыли. Все, давай, садимся. Садимся на дорожку. Такси на Дубровку, говорят, уже прибыло. Так что все, давай, сели. Пару секунд и все. Спасибо этому дому. Поедем к другому. Поедем к другому. Все, погнали. Погнали. А вы куда? Мы уезжаем домой в Эстонию. Скоро приедем. Скоро приедем? Да. Угу. Пока. Я буду видео. Будешь. Пока. Пока. Осталось выбросить еще мусор. Все, мы доехали, классно, быстро долетели. Павел молодец. Респект. А Ирина, жена Павла, вообще умничка. Вы посмотрите. Посмотрите, она напекла пирожков. Посмотрите. Они еще тепленькие. Какой запах! Спасибо, вообще. Ир, большое! Вообще очень приятно! Очень приятно! Все, мы идем в аэропорт. И все, все контроли прошли. Опять, жарко, опять из рюкзака. Опять из рюкзака все вывалить пришлось. А, я хотел сейчас одну вещь показать. Ты расскажи, из-за чего пришлось вывалить? А, из-за чего? Ну, показывать надо. Давай покажу. Короче, покажу сейчас. Пришлось все вывалить из рюкзака, даже не из-за техники, смотрите. А на папке вот такая железочка, вот это. Вот из-за этой железки пришлось вывалить все из рюкзака. Хочу показать одну вещь, мы сейчас в дьюти-фри находимся. Но если уже для российских футболистов кальян это неотъемлемая часть, как бы, но здесь уже придумали еще лучшую вещь, посмотрите, золотые бутсы, это виски. Ну, кальяна мало, виски теперь для футболистов. Прикольно, да? Ты уверен, что это виски? Ну да. Виски. Только бы не напиться. Туфелька, да? Хрустальная туфелька. Лен, ну это... Подарок можно. Даже размерчик как будто твой. Размер не написан. Не написан? 0,7. 0,7. Интересные бутылочки, смотрите, какой бачовочек, виски 45 евро стоит. А Лена, еще что-то тут интересное нашла? Вот за 22,50, вот такой вот. Да, вообще интересные. И вот такой, вот такой красивый. 27. Какие интересные бутылки. Интересные бутылки, да, сейчас посмотрим, еще какой-нибудь подарок интересный можно найдем. Подарок купить что-то. Всяких виски полно недорогих. И по 18, и по 17. И даже по 16. В общем, всякой всячины, да? Нам бы что-то попить такого. Не выпить бы, а попить просто купить. В прошлый раз мы брали пиво, сейчас не знаю, может быть тоже что-нибудь такое найдем. Эти пиво есть, сейчас покажу, по 4 евро. Смотрите, нормальное пиво, немецкое, нефильтрованное есть. Есть обычный пильснер. Мужчина сейчас тоже набрал 3 баночки, такой прибежал, схватил, говорит, пришел с другом вот там, говорит, взял пиво, по 12, разливное по 12, а обычное в банке по 10 евро, говорит. Побежал сюда, взял за те же 10 евро 3 штуки. Нереально вкусные пирожки, неожиданно. Прям такие классные. Спасибо большое, Ирочка. Спасибо, очень вкусные, я уже тоже попробовал. Объедение. Спасибо огромное. Я никогда не думала, что пирожки со шпинатом, это, по-моему, со шпинатом, потому что если со щавелем, были бы кисленькие. А это, по-моему, шпинат, но они сладкие. Они сладкие, такие вкусные, сочные внутри. Вообще невероятное что-то. Вот обязательно рецепт будет узнать. Очень вкусно. Лен, ты чего же там досматриваешь? Самолет малюсенький. Малюсенький? Дроба. Дроба.
Спасибо. Много свободных мест почему-то, особенно впереди, в салоне. Странно, даже вот на 3/4 заполнен где-то самолет. Долетели быстро, осталось получить чемоданчики, доехать до дома и поспать хотя бы чуть-чуть. В самолете что-то как-то не получается. Тяжело спать в самолете. Тяжело. Ну, когда часто летаешь, да, уже как будто бы уже привык. Такси вызвали. Не очень-то, как бы это самое, хотело вызываться, потому что народу одновременно очень много вызывают. Ну, все, мы едем на Toyota Avensis, серый. 127 ДБС. Все, сразу видно, все понятно. Через одну минуту уже нас ждет. А мы еще здесь пока. Бегом, бегом. Помчались. И сразу же машина стоит. Артем нас встречает. А тепло-то как? 4 часа утра, 5 минут 5-го. Теплынь какая. Красотища, да, Лен? Вообще. Здесь так тихо, все спокойно, красиво. Сейчас будем по Перето проезжать. Водитель такой приятный, сидим, разговариваем. Артем. Сейчас, кстати, так хорошо приложение. Посмотрел, вызвал такси. Уже сразу знаешь, кто приедет, как зовут. Так классно, здорово. Люди кто-то бегают там, занимаются спортом. Смотрите, какая красота у нас здесь. Восход солнца. Теплый день будет, я вижу, что штиль. Полный штиль на море. Сколько дней уже здесь жара, Артем? Да, неделя точно. Неделя, жарко? Может, даже больше. Удалось немножко между работой позагорать? Конечно. Серьезно? На Перето? Не на Перето, а в Каберными. В Каберными, да, там шикарно. Но купаться, наверное, еще нереально, да? Не рискнул. Не рискнул еще? Скажи, а долго работаешь уже водителем, ну, таксистом? 2 года. 2 года? Нормально, работа нравится? Работа нравится, доход нет. Доход, сейчас все жалуются, что у всех упали доходы, но сколько не будем спрашивать, это останется тайной, но не хватает сейчас. Есть такое. Наверное. Да, есть такое. А мы едем домой. Лена там уставшая сидит. Угу. Угу. Кивает. Ну, спасибо, хорошего дня, до свидания. Все, до свидания. А мы дома. Ой, наконец-то. Птички-то как поют, красота какая. Сейчас восход солнца как раз. Тепло. Ой, а у нас тут дел непочатый край, и травы по колено, в общем. Смотрите, как не хочется даже домой заходить. Хочется посмотреть, да, травку надо покосить. Ой, какие цветочки у тебя здесь. Да. А смотри, какая роса. Красота-то какая! Вот Лена будет заниматься здесь теперь красотой. Пойдем, 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 пойдем. Надо кофе попить и да, спать. Да. Зёма. Там запутался в ключах. Я? Нет, ну да, куча ключей. Оттуда, отсюда. Они турецкие, другие эстонские. Я уже даже забыл, что. Все валятся, куча валится. Эти откуда взялись, Лена? Это твои, наверное, ключи. Заходим, заходим, заходим. Фух, дома теплынь-то какая. Вот с чего у нас выключено же электричество, у нас выключено отопление. Давай посмотрим. Так, теплынь, конечно, жара, нагрелся дом весь. Знаете сколько? У нас в Турции прохладней. 28,5. У нас в Турции где-то так же. Отопление на 10 стоит. 28,5 сейчас реально ночью, но потому что у нас очень большие окна и нагревается за счет солнца дом. И южная сторона. Южная сторона, очень теплый дом. Так что, ну, теплынь, все как в Турции. 28 у нас в Турции, 28 здесь, в Эстонии. И даже вот ночью вышли, так классно. Пошли гулять.
Ага. Гулять хочется. Ладно, кофе пьем и спать. Сейчас попьем кофе. У нас даже есть еда вся с собой. Лена приготовила еще в Турции. И нам еще пирожки Ирина передала. Так что классно. Мы кое-что съели. Очень вкусные были. Что-то еще осталось. Так что сейчас нам ничего готовить не нужно. Попьем кофе. Лена уже начала разбирать тут чемоданы. Все нормальные люди кофе с утра пьют и просыпаются, а мы сейчас выпьем кофе и пойдем спать. Всем доброго утра, тем, кто ложится спать, спокойного сна. Пока, ребята. Пока.